Всем привет, хеллоу, здрасте, девочки, мальчики, друзья, подписчики. С вами Крэш Паша Паханчик Пашунчик. У нас сегодня Хэллоуин апдейт Мистер Мид. Вышло офигенное на Хэллоуин обновление Мистер Мид. И добавили конфеты, добавили черепа, добавили тыквы. Добавили очень много всего страшного. И самое главное, ой, еще летучие мыши. Добавили возможность упрятать Мистера Мида за решетку. Сегодня мы будем изучать это обновление. Надеюсь, мы сможем упрятать этого жирного свинолюда, или как его назвать. Да, и кто не знает, не зря у нас сегодня все так страшно. Хэллоуин. По страшным теориям, свечи, офигеть. По страшным теориям, Мистер Мид — это секретный внук бабки Гренни. Поэтому он такой странный и так далее. Короче, давайте искать секретики, шкафчики. Нам нужно спасти Амелию Кларк, это брюнетка 28 лет с большой жопой. Ну там так написано было, по-моему. И спасти ее от Мистера Мида, а его упрятать в это, в полицию. Попробуем. Надеюсь, вы мне это поможете с этим. Чтобы упрятать Мистера Мида, надо ставить лайки. Так что ставим лайки, ребята. Так, что это? Это секретный проход. Он нам пока не нужен. Смотрите, все перечеркнуто. Вот свинячья рожа вонючая. А, кстати, где сам Мистер Мид? Я слышу его шаги. Надо быть аккуратным, потому что он мог оказаться рядом. Но, кстати, я играю на режиме призраки, так что не страшно. Но все равно видеть его не хотелось бы. Потому что там такая рожа непонятная. Так, здесь пока пусто. Ни одного предмета нет, кстати. Я уже обыскал весь дом. И не нашел еще ни одного предмета. Совсем. Так, шкафчик закрыт. Это я его закрыл. Вот он, жирный. Как поезд пассажирный, пердун, вонючка. Даже бабушка Грэнни его не любит, потому что он жирный, вонючка. Так, что у нас может быть здесь? А, здесь нам нужны кусачки. Так. Здесь его бывшие жертвы. Боже мой. За это полиция его точно должна поймать. Он как минимум людей, вон, видели, что с ними делал. Hello, my name Crash Паша, Мистер Мид, жопа. Ты вызвал полицию, она едет, но если не будет доказательств, она уедет. Жесть. Давайте встретим полицаев. Мистер Мид. Полиция. Полиция, тут Мистер Мид, он жирный. Это он поймал Амелию Кларк. Такой. Че он идет такой? Мужичок. Hello. Это мистер полицейский. No. Так, мне нужны доказательства, чтобы арестовать Мистера Мида. Гони. No. Ладно, ему нужны доказательства. Он их получит. Но попозже. Подожди, пожалуйста. Я еще не приготовил доказательства. Но они скоро будут. Я честно говорю. Честно. Так, кусачки бросим сюда. Я не помню, куда нужен нам этот. Так, Мистер Мид снизу. Так, мы можем перепрыгнуть в сарайку. Давайте туда. Посмотрим, что там прячет жирный этот Мистер Митяра. Кот. Я вспомнил, куда молоток нужен, кстати, наконец-то. Кстати, здесь, по-моему, комната была... переработали полностью, или я уже забыл, как все выглядит здесь. Смотрите! Офигеть! Скелет поросенка, жесть! За это Мистера Мида точно нужно упрятать, потому что... скелет свинюшки, ну как так? Это вообще против всего. Синий ключ. Отлично. Давайте подниматься. В часах ничего нету? Нет, часы в монахине открываются. И в Грэнни открывается еще, да, да. Смотрите, у него маска хэллоуинская. Мне кажется, он не конфеты есть, а деток. Ворон. Жесть. Он завелся питомца, как у бабки. Офигеть. Так, нам нужен код. Код был, насколько я помню, здесь. Здесь можно просто спрыгнуть, я не разобьюсь же. Нет, окей. Подсказки нам не нужны. Мы и так справляемся пока. Пока не охрип от этого Мистера Мида.
Раз. Сейф. Красный ключ. Жесть. Погнали. А, у нас нету ключа. Давайте это здесь бросим. У нас нет желтого ключа, боже мой. А где его найти? Мы еще в подвале не были, я вспомнил. В тыквах тоже ничего нету. Блинский, нашел! Офигеть! Мы нашли желтый ключик, то есть мы уже можем пробраться в секретную вот эту штуку, которую у мистера Мита там находится. Окей. Так, здесь нужны щипцы. Щипцы я стоял сверху. Быстро их берем. Так, мистер Мит ходит, пердит. Ничего нам не сделает, потому что мы призрак. Призраков, как говорится. А, я знаю, где мы не были еще. Так, смотрите, где мы не были. Мы не были здесь. А, щипцы бросим вот сюда. Там мы их заберем. А мы не были вот здесь, смотрите. Этот выход до сих пор не работает. Здесь все красное. Это фотозона. То есть здесь можно распечатать фотографии и... Открыть нужен секретный ключ от ящика. Блин, секретный ключ от ящика? Я же его видел. Он лежал где-то в секретном месте. Вот он. Секретный ключ от ящика. Я просто думал, секретным ключом от ящика открывается секретный сейф. Ящик. Оказывается, это еще один секрет. Офигеть, секретов очень много. На самом деле. Фотоаппарат. На фотографии не видны доказательства. Жесть, то есть вот так вот все. Вот так все у нас захитрено. Так, клещи. Клещи, как будто клещи, непонятно. Кстати, до сих пор проход в колодец не добавили почему-то. А все уже хотят узнать, что там за красное свечение такое непонятное. Возможно, там есть еще какие-то секретные жертвы мясника, и мы их в новых обновлениях, может быть, найдем. Так, в туалете можно спрятаться. Это хорошо, конечно, но нам маловато. Блин! Так, везде конфеты. Нам надо найти еще хотя бы кусачки. А где их найти, я не знаю. Девочки-мальчики, я думал, их просто забаговало, в игре нету. Но они, вот они! Вы, наверное, их видели, когда первый раз заходил сюда. Они просто здесь висели. Боже мой, я просто в шоке. Я уже скачал игру на телефон, чтобы посмотреть там подсказки, чтобы ничего не залагало, потому что здесь у меня подсказки почему-то не включаются, не знаю почему. И просто, я смотрю на стену, а они на стене. Я в шоке. Я просто в шоке. Я не знаю. Шок. Шок-контент. Это жесть. Просто жесть. Так, ну, давайте заберем сразу желтый ключик. И, наверное, заберем лампу сразу. Они нам пригодятся все. А нам еще синий ключ нужен. Блин. Так, надели перчаточки. Залезем в ванну кислотой, а почему бы нет? Как бы да. Так, желтый ключ. Трубы. Ну, он желтый сразу, так что нормально. Он нам пригодится, по-моему, где-то там в лаборатории. Здесь мы аккуратно пролазим. Бросаем его. А знаете, что самое прикольное? В режиме призрака нас не видит мясник, но полицейский нас почему-то видит, хотя мы в режиме призрака. Подозрительно. Говорит ли это о том, что полицейский видит... Боже мой! Как так? Говорит ли это о том, что полицейский видит призраков? Жесть! Но я не понял, как мы промазали. Совсем я не понял. Еще одну попыточку даю себе. Вот так выстрелю. Что это? Что это такое? Почему? Лампа не сбивается. Почему так? Я с ума схожу уже с этим мясником, убийцей, этим внучком, бабульки, вонюльки. Надеюсь, здесь что-то лежит. Так, здесь нужна лампа. Да! Пистолет-транквилизатор, жесть. Ну, это Амелию Кларк спасти можно. А зачем ее спасать? Зачем ее спасать? Я не понял.
Зачем спасать Эмилию Кларк, если можно закрыть к черту этого мясника в тюрягу? О май гад! Это просто невероятно! Это просто, вы видели? Еще секундочку, и транквилизатор бы остался там, и лампа бы осталась тоже там, и все бы остались там просто. Зачем нам синий ключ был нужен, непонятно. Е-бой! Боже мой, меня дверь поймала! Что это? Эксперименты! Сердце! Записка! О, боже мой, какая ужасная лаборатория! Ладно, так. О, это еще дротики, пойдет. Скелет свиньи. Да что ты орешь так? Жесть, жесть, жесть. Чан! Чан с какой-то красной жижей. Это кто? Это женщина плюс свинья. Получается, свина-женщина. Мясник просто хочет себе похожую девушку сделать в экспериментах. И Эмилию Кларк он по-любому сюда запихает. Блин, это жесть просто. Съемка видео запрещена. Все охраняется жирным мясником. Так. Щелк, щелк. Доказательство, смотрите, женщина. Блин, это живая. Она, возможно, живая еще. И мы, возможно, ее спасем сейчас. Офигенно. Hello. Тут мясник жирный. Он очень жирный. Пожалуйста, приезжайте. Он очень жирный. Так, все, полиция все сказал важное, что ему пригодится. Так что зашибись. Дорогу щенкам. Полиция. Хелло. Знаете доказательства? Иди мясника вырубай. Пошел. Сейчас увидите, как мясник полицию вырубает, кстати. Кста. Мясник, полицейский в доме у тебя. Вон он, иди его. Сейчас увидите, как он реагирует на полицию. Блин, не реагирует он, ладно. Вы сейчас увидите жесть. Так. Мистер Мид. Странненько. Ладно, не будем реагировать на полицию. Теперь необходимо помочь полиции арестовать мистера Мита. Вырубить его, прежде чем он нападет на полицейского. Вы посмотрите, какого размера полицейский. Он меньше меня в два раза. Че это за полицейский? Ну! Ну да, ты своей дубинкой там что-то сделаешь. Жесть. Смотрите, все просто арестовано. Арестовано. Вот эти жертвы все непонятные. Мы спасли все. Девочки, мальчики, это 100% лайк. Полиция забрала жирного. Я не знаю, как он в машину поместился. Но с вами был Крэш Паша. Полицейский приговор. Поймали мистера Мита. Поздравляю, ты. Так, музыка такая жесткая, громкая. Все, она не громкая. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, колокольчик, лайк, подписка, галочка, коммент. Титры такие идут, разработчики. Музыка. Особая благодарность. В общем, всем спасибо. А я тут буду? Нет, меня тут не будет. Всем пока.